Всем привет, друзья! Вы на канале С миру по пиву. И сегодня мы будем пробовать пшеничное пиво из реабилитационного красно-белого субботнего центра. Это будет два пива. Апостол Вайсбир Хиль и Апостол Вайсбир Дункель. Поехали! Пожалуй, это единственное пиво, которое мы с Ипполитом Матвеевичем пока еще не попробовали из красно-белого алкомаркета. И вот оно у нас здесь, в секретной лаборатории. Давайте нальем его, и я по традиции расскажу вам его историю. Варит это пиво, друзья, пивоваренная компания Eichbaum, которая находится в Мангейме, в Германии. Она была основана в 1679 году бургомистром Мангейма Жаном де Шеном. Eichbaum в переводе с немецкого означает дуб. Сегодня пивоваренная компания Eichbaum принадлежит Actris AG. В Мангейме пиво иногда с любовью называют трупной водой. Пивоварня расположена рядом с кладбищем, а вода для варки напрямую откачивается из земли. Однако это не влияет на качество воды, поскольку несколько водостойких глин защищают воду фонтана от загрязнений. Но вообще традиции пива Апостол уходят корнями в 1713 год, когда в городе Вормс начал работу пивоваренный завод. Не бросайте в меня, немецкоговорящие люди. Камни Зюден Звольф Апостол для 12 апостолов. Так был заложен первый камень блестящего пивоваренного искусства, которое оттачивалось на протяжении следующих веков с помощью трудолюбия пивоваров, отменного сырья и современных технологий. Неизменным за эти годы оставалось одно – насыщенность и уникальный характер пива Апостол. А знак Апостола на каждой бутылке и, собственно говоря, банке, друзья мои, подтверждает высокое качество напитков и напоминает о корнях и богатых традициях бренда, которые сегодня принадлежат старинной немецкой пивоварне Eichbaum. Ну, начнем мы, друзья мои, с Хилеса. Алкоголь 5,3%, плотность 11,8%, в составе вода, пшеничный солод, ячменный солод, экстракт хмеля, дрожжи. Пенная шапочка до сих пор держится. Он такой мутный, пшеничный Хелес. Слушаем аромат, друзья. Аромат каноничный для немецких пшеничек, да и вообще для пшеничного пива. Чувствуется гвоздика и банан. Ну такой, знаете, банан не приторный, такой аккуратный банан. Благодаря специальным дрожжам это все, друзья мои. Кто-то сейчас, как всегда, скажет, да кто ж банан-то опять ложит в пиво? Никто, друзья мои, банан в пиво не добавляет, точно так же, как и гвоздику. Это просто специальные штаммы дрожжей. Приятный каноничный аромат. Пробуем вкус. Приятный вкус, знаете, такой тонкой, мягкой пшенички, где совсем чуть-чуть банана, чуть-чуть гвоздики, и вот эта вот пшеничная такая мягкость, сладость, но не приторность, а именно вкус. Легкое пшеничное пиво, приятное. И я бы даже сказал, хорошее пиво. А теперь у нас, друзья, Вайсбир Дункель. Темная пшеничка. Обратите внимание, пенная шапочка все еще есть. Она, конечно, не внушительных размеров, тем не менее, она присутствует. Слушаем аромат. Очень приятный аромат. Чувствуется карамель и немножко банана. Класс. Пробую вкус. Вкус, друзья мои, приятный, мягкий, бархатистый, обволакивающий вкус, где сладость карамели отлично гармонирует немножко именно вот с бананчиком. Фруктовость небольшая в этом пиве присутствует. Хмеля нет ни в Дункеле, ни в Хиле, но, в принципе, здесь и не должен чувствоваться, согласно стилю. Классная, бюджетная, друзья мои, пшеничка. Сегодня у нас был обзор пива Апостол из алкомаркета «Красное, белое». Друзья мои, что я хочу сказать, это два вполне себе
классных пшеничных пива. Одна светлая пшеничка Weissbierhell и вторая, конечно же, уже темная Weissbierdunkel. А всем любителям пшеничного пива я рекомендую заглянуть в красное-белое и прикупить по баночке этого пива, если вы, конечно, любите и цените пшеничное пиво. За ту сумму, которую просят красное-белое, определенно эта пшеничка стоит того, чтобы ее приобрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале «С миру по пиву». Всем удачи и пенного настроения!